Всем привет, с вами снова я, Варя, мы будем проходить бесконечное лето мод под названием Грех. Господи, решил это заснять. А что еще хотел сказать? Короче говоря, еще такая новость не будет. Ко мне на помощь пришел еще тоже ютубер. Он попросил меня на помощь, и, решил с ним еще объединиться, будем транслировать некоторые моменты, а может быть мы будем это еще снимать видео. Так что ссылочку на его канал под описанием видео будет, так что передавайте от меня привет. Ну ладно, а мы наше путешествие. Шить. Привет, читайте. Ладно, похуй. Если ты читал описание, то ты должен был узнать, что этот мод никак не связан с Айонком. И здесь почти не будет картинок и так далее. Это что-то типа книги. Чем на платформе BL? Потому что доступна для распространения. Надеюсь, тебе понравится моя книга. Готов ли ты пройти всю радость, горе, счастье и несчастье вместе с главным героем? Готов ли ты побеждать и проигрывать вместе с ним? Готов ли ты прожить его историю вместе с ним? Кто отвечает? Я не люблю, когда кто-то ходит вообще. Не понимаю, что за хрень тень происходит. Он уже тебя ждет. Ответь ему. Алька. Я даже не знаю, каким голосом говорит. Ладно, готов ли ты пройти эту историю вместе со мной? Давай. Да. Блять. Да. Чтобы не был твой ответ, у тебя нет права выбора. Ладно, ухмыльнулся. Извини за грубость, читатель, но я не слышу тебя. Именно поэтому я решаю за тебя. Глава первая. Выпускной. Музыку я отключу. Ладно. Глава первая. Выпускной у нас получается. Давайте глянем, если она будет на подобие книги, не будут относиться к голову, ну глянем, что такое. Я проснулся с будильника. Черт, пронеслось в голове. Я посмотрел на время. Еще есть 2 часа. Какого черта я поставил будильник на 6? Возмутился я. Я сел на подоконник и облокотился на окно. Через момент в моих зубах оказалась сигарета Marlboro Шейлы. Я прикурил и выпустил дым в окно. Закурив, я выкинул окурок в окно и быстро оделся во все черное. Люди в черном, блять. Я посмотрел в зеркало. Все те же слегка кудрявые, черные волосы, тенью закрывающиеся серо-зеленые глаза и бледное лицо. Уже через 5 минут я шел по улице. Если даже смотреть, самое интересное будет, если автором решит это, то он мог просто зайти на один сайт, где чисто кидают эти новеллы, как у него наподобие. Ну там. Перенастроил, добавил разных картиночек, которые он смог найти, и все, он был нормально, вот тебе сайт с ними, новеллами, которые они тут, почти все авторы каждого мира, можно сказать, кидают. Уже через 5 минут я ушел по улице. Придя в место, на котором мы курили, да и проводил много времени после школы 7 класса, сюда скоро были должны подойти Денис с Артемом. Но я носилось много мыслей по типу «Дети, черты». Через минуту две на горизонте появился Артём. Привет! Привет. Тоже слегка волнуешься перед выпускным? Ага, а Денчик где? И полю послушался бег. Я тут! Сказал наш запыхавший лучший друг. Через секунду 10 Денис сидел с нами на лавочке. Ну, парни, время идти. После выпускного предлагаю пойти в кальянную. Парень согласился со мной, и мы пошли в школу. Придя в школу, мы сразу же пробежались по учителям, кому-то подарить шоколадку. И вот настало время идти в большой зал танцевать и веселиться. Придя в большой зал, мы сразу же сели на лавочку. Заиграли заводные песни, и все, кроме нас троих, начали танцевать. Мы же просто сидели и говорили о своем до того момента, пока не начал играть медляк. Артем украл у нас Маша. Че бы тебе это танцевать со мной? Точно не потому, что ты мне нравишься, я просто хочу потанцевать. Как только ушел Артем, Дениса укарала Даша, его девушка. Оставшись одним, я закрыл глаза. Не сойти бы с ума вдруг,
сражаясь с силами иными. Я усмехнулся и случайно прикусил губу, из-за чего пошла кровь. Ну зачем губы покусал? Я поднял голову в сторону... Я поднял голову в сторону голоса девушки. Передо мной стояла совершенно неизвестная мне девушка. Ты кто? Зови меня просто дамой. До вечера. Мне просто танцевать не с кем. А тебя как зовут? Зови меня Вальтом. Вальтом? Что? Ладно. Я подал ей руку. Дама, я приглашаю вас на медленный танец. Я согласен. Дама, и... Мы вышли туда, где танцевали остальные, в том числе Артём и Денис. Я положил руку ей на талию, а второй взял ее за руку. А свободную руку она положила мне на плечо. Вечер пролетел незаметно, я попрощался с дамой и вышел с парнями из школы. Выйдя с территории, мы закурили. Во-вторых, другие паны иногда могут казаться последними. Парни, может, пошлите куда-то еще, а то почему-то я не очень хочу идти в кальянную. Мы там позавчера были. А ты прав, уже надоело. Согласен, каждый день туда ходим. Смотрим на время, ровно час дня. Кстати, парни, вас не смутило, что то, что выпускной был так рано? Он же вроде всегда проходит под вечер в нашей школе. Да, это довольно странно. Да ладно вам, не напрягайтесь. Выпуститесь с шараги, давайте повеселимся. Вот только как. Через пару минут мы стояли перед баром. Табличка на двери, которая гласила «Есть». Я распахнул дверь, и передо мной появилось красивое помещение в дыму от сигарет. Приятный запах табака и алкоголя витал в воздухе. Я шагнул в помещение, а парни сразу за мной. Мы присели на диванчик за деревянный стол. Было такое чувство, будто из России нас отправили прямиком в Америку. Дизайн был очень красивый, играла спокойная, приятная музыка. Некоторые люди танцевали посреди зала. Денис позвал к нашему столику официантку, заказал пепельницу и 3 бокала пива для разогрева. На 5 мы не думали. Через 5 минут у нас уже было по бокалу и пепельнице. Я закурил. Парни пока что просто подтягивали пиво из своих бокалов. Я тоже не оставаю, пил и курил. Денис и Артём говорят, что пить, да и есть, куря противно. Я же так не считал, поэтому продолжил. Бокал за бокалом мы продолжали пить, весело разговаривая о том, как мы ставили школу на уши, как бесились на уроках. В общем, весело проводили время. Интересно, где сейчас Егор, Дима, Макс и Рома? Нужно будет им вечером позвонить. Послышался звук разбитого бокала и крик. Ты что, совсем охуела? Простите. Ты мне не то пиво принесла, я просил Жригу, а ты принесла Шрыгу. Рыга и Шрыга, выдуманное название пивных изделий. Я научу тебя обслуживанию. Мужчина схватил девушку за волос, а моя реакция по защите слабых сработала, и уже через момент я смазал ногой ему в челюсть. Отвали от нее! Ты, ебите мелкий ублюдок! Мужик из кармана достал раскладной нож. Ну зачем я убью эту суку? Думаю. Он садил нож в живот девушки. Мир будто пролагал, перед глазами покраснело. Самое смешное в том, что такая играет музыка, которой я вообще не подходит, если честно. Нужна какая-то авторработа с музыкой, короче говоря. Пускай дорабатывает. Если я держу вверх, то еще есть шанс спасти ее. Я спасу ее, че бы мне это не стоило. Мужик резко сделал выпад в мою сторону с ножом, и я кое-как уклонился. Вызовите скорую, не мешайте драке. Я попытался сбить его с ног, но я почувствовал нечто холодное в своей груди. Резко меня пронзила боль и я упал на колени. Сдохни! За мужик, стоя надо мной. Я упал в лежачее положение, прямо рядом с официанткой. Я не смог. Нет. Глаза резко потемнело, и я закашлял. Изо рта летела кровь. Артём и Денис, сдохни! Послышалось через череда глухих ударов. Саш, держись, блядь! Не закрывай глаза, Сань! Я не видел ничего, совершенно ничего. Скоро я перестал чувствовать совершенно все. Боль, страх, стыд, грусть, радость. Все, что есть на этом свете. Просто начал витать в темноте. Через некоторое время я начал сходить с ума. Я пытался кричать, я пытался ударить рукой, ногой. Но ничего, дух не может крикнуть или ударить. Я быстро успокоился. А вот и наш избранный. Из темноты появилась менее темная фигура. Монстра с ужасной кровавой хмылкой. Смотри. Нуля. А как, блядь, новая жизнь-то?
понятно, короче, из Резиро почти что-то. Что за... Я искал себе человека, чтобы помогать ему, что я не сошел с ума в этой тьме. И он наткнулся на меня. Да, и прекратите этим монстром, мне за грех. Грех? Да, я пожираю грехи людей, легко могу убить любого грешного человека. А моя сила перерождения, и она станет твоей. Моей? Да, ты будешь появляться после смерти за час до нее, или же в момент, когда умрет твой друг, если ты этого захочешь этого. За бред. Так что, ты согласен? А, ну понятно, короче, наподобие Резиро будет. Конечно же, да. Грех пропал. Ну, с грехом тебе. В темноте промелькнула кровавая улыбка. Все резко поменялось, и я появился за столиком, ровно за час до смерти. Еще пиво! Давай коньяка. Да без Б! Без Б, без базару. Ты чего это так резко? Ты же не хотел ничего кроме пива. Да не знаю, резко захотелось. Я ухмыльнулся. Через некоторое время мы все так же сидели. Послушай звук разбитого бокала и крик. Ты что, совсем охуела? А, опять. Простите. Ты мне не то пиво принесла, я просил жрыгу, а не ты принесла шрыгу. Я сразу же подорвался и с прыжка нанес удар ему в нос кулаком, отчего он упал на пол. Сдохни! Я прям как на автомате схватил бокал, было, и было хотел ударить его им по лицу, но под обе руки схватили меня парни, стакан упал из руки. Пустите, не нарывайтесь на грубость! Ты чего, он же бухой, он бы просто наорал на нее! Прочь от меня! Мужик встал, как и в прошлый раз, достав ножик. Сдохнешь ты! Я хотел было нанести удар, но я оторвался от пола ногами и ими ударил его в живот. От такого парня меня отпустили, и я кинулся на мужика, начав бить его руками. Нож улетел куда-то в сторону. Хватит! Саша, блядь, прекрати, он уже под ключки! Прекратите, пожалуйста! Сердце ёкнуло, я вспомнил, ради чего я умер. Жива. Я улыбнулся и упал без сознания. Блядь. На перерождение, так сказать, у него сработало. Глава четвертая. Завтра. Открыв глаза, я увидел темную комнату. Неожиданно в комнату зашли Артем, Денис и официантка. Чувствую свет. Где это мы? Очнулся горе Советского Союза. А, герой Советского Союза. Ё-моё, ты знаешь, как мы охуели? Мы сейчас на втором этаже бара, в комнате Юли. Ого, спасибо, что спас меня от этого человека. За что? Я улыбнулся. Тело будто пронзило миллионами осколками стекла. И стиснул зубы до скрипа. Вокруг все было будто бы в нуаре. Ребята стояли и что-то кричали, но я их не слышал. Туза. Внезапно время будто остановилось, и боль пропала. Появился грех. Сейчас я мог видеть его нормально. Темная оболочка с красными глазами и белоснежной улыбкой. Очень похожий на человека. Очень похожий на меня. Я уже принял твою форму. Я посмотрел на него, но не понимающий взглядом. А, я же не говорил тебе, что бог, который доверяет свои силы человека, принимает его форму. То бишь, есть другие боги? Конечно, и тебе придется биться с ними. О, чем? Для того, чтобы становиться сильнее, я убил человека с богом по имени Хищение. Его сила может после убийства другого подопечного бога предаваться тому, кто убил прошлого носителя. Ибо если носитель убил другого человека, то ему передается сила его жертвы. Чему-нибудь сильнее. Затем, чтобы защитить близких. Грех попал, и все вернулось в норму. Саш, что с тобой? Что со мной? Со мной все в порядке. Я улыбнулся и принял положение сидя. Ну, только что ты... Все хорошо. Не из-за чего волноваться. Ты должен стать сильнее. Через месяц мы пошли гулять по парку. За этот месяц я не встретил ни одного носителя. Прошло часа 3 с того момента, как мы пришли. Денис, Артём, Егор, Юля, Настя, Даша и я. Егор встречается с Настей, Денис, Даша, а я, Артём и Юля. Три холостые личности. Неожиданно в середине парка произошел взрыв. Что это было? Ребята, нам лучше уходить отсюда. Согласна. Остальные, наверное, тоже согласились, но я их уже не слышал, так как несся в сторону взрыва. Ноги сами несли меня. Решал я слишком быстро для обычного человека. Через минуту я уже стоял и напротив пламени. Люди сбегают с разных сторон, пока два человека стоят посередине. Девушка и парень. Девушка была сильно потрепана, а парень стоял и смеялся. Эй, ты что, блядь? Эй, ты что, блядь, тут устроил? Подбежал ребята. Смело объявился. Кыш отсюда, я тут сражаюсь. Я стал между парнем и девушкой.
Сразись со мной. Да кто ты такой? Как тебя зовут? Мое имя Завтра. Я один из носителей. Почему ты так открыто говоришь об этом? О, да об этом все знают. Я не знаю. Как твое имя? Грех. Давай так, Грех, заключим спор. Если я убью тебя, то я убью всех их. А если выиграю я, то ты сдохнешь. Я ухмыльнулся. Завтра. Давай дадим заключить спор нашим богам. Я кинул взгляд на ребят. Они стояли и не понимали совершенно ничего. И как же это сделать? Просто позови. Какой-то ебаный. Одновременно странно. Ну, блин, напоминает какое-то аниме, если честно. То же самое происходит. Ай, Грех, появись. Завтра, появись. Крикнули мы одновременно. Мое тело начало обволакивать прохладной темнотой. Его же тело начало обволакивать светом солнца. Мой рот начал двигаться сам. Ну, привет, Завтра. Привет, Грех. Мое тело и тело моего врага пожали руки. Грех и Завтра. Я согласен на такие условия. От наших тел отошли туманы. Кроваво-красный вперемешку с золотым столб. Не вернулось контроль над телом, и мы с Завтра сразу же разошлись. Сзади меня послышался глухой звук. Я обернулся. Сзади меня лежала та девочка, что сражалась в нервном, неравном бою. Денис и Егор успокаивали девочек. Артём! Артём сразу же ринулся в нашу сторону и подхватил девчонку на руки. Куда ты? Куда ты Лизу-то потащил? Я еще с ней не закончил. Не отвлекайся и нападай. Артём успешно добежал до ребят и показал мне большой палец. Я обернулся на Завтра. Он исчез и сразу же появился у меня за спиной. Затем нанес удар ногой, отчего я отлетел метров на 30. Что у него за сила? Думаешь, это сила моего бога? Нет, сила моего бога предвидение завтрашнего дня. С помощью нее я могу... Я поднялся на ноги. Заткнись и нападай. Он медленно напал. Он опять пропал из виду и, скорее всего... Использовать одни и то же приемы, это очень тупо. Я разнулся и сразу же захватил его ногу. Дернув ее в свою сторону левой рукой, он начал падать. А я нанес удар кулаком ему в кадык. Он упал на землю, и я сразу же ударил ногой ему по лицу, отчего он отлетел метров, эдак, на 10. И это от него, от неполного замаха ногой. Ха, это все ты, что ты можешь? Завтра уже поднялся. Сдохни. Пропал из виду, я ожидал удар сзади, но он ударил прямо мне в лицо, уронив меня. Он начал наносить очень много ударов. Боль была сильная. Но не такая сильная, как месяц назад. Но вставать я все равно не мог, так темнело. Еще раз я умираю. Ну а что мне терять? В следующий раз, например, просто возьму оружие. Не сдавайся! Не смей сдаваться! Это еще наша сестра называется, блин, Ася. Давай, братик! Давай же, блядь! Боже, еще, блядь, Даша, ты... Ну давай же, не сдавайся! Победи! Глаза покраснел, и я нанес удар с ноги, вловив момент, от чего Завтра отлетел метров на 100. Шатаясь уже пьяного я стал. Я хмылился, не проиграю. Я убью тебя. Сказал я спокойным, ровным голосом. Да, я убью тебя. Я не позволю тебе тронуть никого из своих друзей. Ведь они надеются на меня. Было такое чувство, будто бы я телепортировался прямо над Завтра. Я быстро полетел на него и нанес удар ногой. На земле остался лишь кровавый след. Тело начало покидать мне. Как вы и просили, я победил. Ребята начали спрашивать обо всем, что они увидели и услышали. Давайте потом. В глазах потемнело, но спина почувствовала лишь объятие и женскую грудь. Заебись. О, да Юля приземлились. На охереть. Ты победил. Ты молодец. Поспи, сказала Юля, плача. Я почувствовал, как мне несут на руках, а потом мне открывать. Как гроб. Да заткнись, идиот, тебе спать нужно. Хочу я пока что. Сил нету для того, чтобы двигаться. Да и глаза не хотят открываться. Остановить-то где? Пошли за таблетками для героя. Таблетки для импотентов мне не нужно. Спи давай, шутник хренов. Насиловать будешь? Нахрен ты не сдался? Стоп. Элиза. Ты в другой комнате. Ладно, я спать. Спокойной ночи. Спокойно. Я уснул, увидел прекрасные сны. Как же я устал за сегодняшний день? Глава 5. Ну не может быть обычной жизнью у парня с личным богом.
Не, книга-то интересная, но в некоторых моментах просто музыки не хватает, если он хочет это сделать. Последние 5 месяцев все шло спокойно. Мы жили здравие в дровоте. Ни одной драки. В данный момент я сидел курил в гордом одиночестве, ночью у подъезда. Это уже Новый год. Это праздник, сначала мы празднуем с семьями, а потом идем гулять. На следующий день был сильный снег с 8 часов до 4. 11 часов следующего месяца нам всем нужно было идти в универ. Посидев с родителями, послушав речь президента и покушав, я стал одеваться. Одел я подштанники поверх, а поверх них свои любимые черные джинсы. Также я надел свою черную майку, а поверх нее черную кофту. Выйдя в коридор, я надел черную парку и красные кроссовки. Я вышел из дома и пошел в парк, где мы договорились встретиться. Поискание от лица Дениса. Я оделся, пошел в парк. Выйдя из дома, я видел, как компания людей запустили самолет и подняли голову вверх. Не проливаясь множество огней, красный, желтый, синий. Короче говоря, много разных. Люблю Новый год. Пошел дальше в парк. Поискание от лица Артема. Я вышел из дома и направился в парк. Пути в парк я проскользнулся на льду и упал. Ай, блять! Сука, я забыл, что должен Лизу встретить у ее подъезда. За что хоть недалеко от нее живу. Привет, Лизунь, с Новым годом тебе. Я подошел поцеловал Лизу. А, зай. И тебя с Новым годом, Тёмик. Мы пошли в парк. Повествование от лица Саши и ГГ. А я вышел из дома и сразу же пошел в парк. По пути было много салютов, хлопков, петардами. Люблю Новый год. Весело, лампу. Можно провести время с друзьями. Через некоторое время я уже пришел. Повествование от лица Егора. Я и Настя сразу же вышли из общаги. Я думал, что тут в общаге будет полный кобздец. Но нет, нормально садили, да и ремонт хороший. Как же хорошо, что Настя переехал в мой город. Мы, взявшись за руки, пошли в парк. Остальные от лица Максим. Сколько мы будем смотреть от лица, вообще не понимаю. Я вышел на улицу. Эх, как же я люблю Новый год. Я навелся в сторону парка, взрывает петарды. Выгляжу наверняка как террорист. Остальные от лица Роба. Я вышел с наушниками в ушах. Пока я брел по дворам к парку, я думал о том, чтобы потянуть учебу в универе. Я и Сашу заглянул хоть на одну пару. Холодный пар шел изо рта. Хорошо, что я тепло оделся. Последний от лица Даши. Я вышел и пошел в парк. Все было хорошо. Я шел и радовался. Думаю, чтобы подарить Денису. Последний от лица Насти. За мной зашел Игорь, и мы пошли в парк. Я думал о всяком. Повествование от лица Юли. Ай, боже, что... Я вышел из дома и потихоньку пошла в парк. Интересно, подарите мне что-нибудь Саше? Будем подарить, как же. Интересно, стоит мне признать своих чувств к нему? Повествование от лица Александра. О, зачем объясню? Александр это ГГ, а Саша друг ГГ. С этого момента будем называть его Саньком, чтобы не путаться. Я стоял, ждал в парке, облокотившись на дерево, и смотрел из-под своей челки на огромную украшенную елку посредине парка с сигаретой в зубах. Первым подошел Денис, потом Артем и Лиза, потом Санек, потом подошли Егор и сестричка, после Максим, а чуть позже Рома. И в разделении примерно в 5 минут пришли остальные. Сначала Даша и конец Юля. Больше погулять к елке. Там было море народа, но вдруг так начало появляться очертание мира, а точнее... какого-то гигантского монстра. Я глядется. Почти все были в одном месте, кроме... Юля, где ты? Я бросился бежать на ее поиски. Господи, подожди. Я обернулся, это был Артем. Ты что, совсем? Это слишком опасно. Собери всех людей, уходи отсюда. Ты прям брошь тебя, разбежался. Погнали, блядь. Мы с Артемом оба рванули вокруг монстра, чтобы убедиться, что Юля безопасна. Но нет, она лежала с придавленной ногой деревом. Время будто замедлилось. Рука монстра полетела прямо в сторону Юли. Я резко подскочил к Юле и выставил руку вверх. На меня обрушилась невыносимая тяжесть. Еще чуть-чуть, и мои руки сломаются. Вытаскивай, беги отсюда. А ты? А я, блядь, что ты могущий, пиздуй. Понял. Артем начал пытаться приподнять Юле бревно. Все, я больше... Ну ты я почувствовал тепло. Что такое? Вокруг моего тела начала витать черная масса. Тело сильно заболело, но зато теперь вообще никаких проблем не было связано с тем, чтобы держать руку монстра. У меня активировалась сила моего бога? Ну почему так больно? Это из-за того, что я не могу выпустить всю свою силу? Ну почему я же не могу это сделать? Все! Артем подхватил Юлю на руки. Беги! В смысле, блядь, беги! Я же сказал, беги! Ах, ладно, только обязательно вернись живым. Ага, посмотрим.
Наш ор разносился на весь парк, послышались сирены. Полицейские? Да их же сотрут порох. Хотя, скорее всего, меня превратят сейчас в красную жидкость. Тело продолжал болеть. Далеко слышались крики Артема и остальных членов моей команды, да и других людей. В один момент я перестал чувствовать боль. Глаза покраснело, тело автоматически подпрыгнуло, пробив монстру руку. Зубы скрипели, сделав из губ ухмылку. Полетев вниз, я проломил монстру голову. Но он все еще стоял. Я начал наносить по монстру удар за ударом, отчего он его рухнул. Из моих глаз всплыл вверх черный туман. Изо рта, а точнее из губы, шла кровь. Но я чувствовал себя прекрасно. В итоге пошел к гаражам, где была наша встреча перед выпускным с Артемом и Денисом. Там я закурил и позвонил ребятам. Они сказали мне, что у Юли лишь царапины, и все люди живы. Я лег на лавочку и стал ждать ребят. Через некоторое время подошли. В итоге мы приятно провели вечер. Просто посидели, выпили. Потом пошли в бар, выпили еще и там. В общем, хорошо провели вечер. Так как я напился, я остался спать у Юли. Лежа в кровати Юли лицом к стене, я почувствовал, как меня сзади кто-то обнял. Юль? Юля. Я повернулся к ней лицом. Она покраснела, была руки, а я набрал, взял и прижал к себе Юлю. Да ты наконец-то, блядь, взял в кулак просто. Наши лица были очень близко. Юль, я люблю тебя. Я тебя, Саш. Мы поцеловались. Это был самый лучший поцелуй в моей жизни. Ведь это поцелуй. С настоящими эмоциями. Прошел месяц ровно 10 февраля, я бросил курить. Теперь я начал чувствовать себя намного лучше, душевно, и стал чувствовать себя свободно от привычки, хоть и одной. Но это не самое главное. Я начал встречаться с Юлей, и мы друг друга очень сильно любим. Я купил себе двухкомнатную квартиру и начал чаще посещать универ, не посещать его вообще. Сел на кухне и пил кофе, стал слушать звонок. «Привет, пойдешь пошвырнуться по магазинам?» «Привет, почему бы и нет? Кто еще идет?» «Только Влад, остальные заняты». «Ладно, ладно, тогда встретимся на футе». «Хорошо, давай». Это сокращение от выдуманного торгового центра Футэш. Через 20 часов мы уже выходили из Футэ, разговаривая о своем. «Так что сходили? Может быть, завтра еще сходить». «Ага, согласен. Стали данные с вами». Резко я почувствовал как-то, как что-то металлическое прошло по горлу. Потом боль. Я упал, увидел, что Дима и Ва тоже мертвые. Открылись. Сразу же открылись. Я стал в кабинке магазина Сэй с голым торсом. Не ухмыльнулся. «У вас смерть?» А седьмая за рождение и смерть. Я был одиноким ребенком. Очень одиноким. У меня не было ни одного друга до 7 класса. Вскоре меня все время били и унижали из-за моего лишнего веса. Я не был прям ужасно толстый, но и худым я тоже не был. В 6 классе это прокатилось, потому что я резко начал расти вверх и убавлять вес. Я был трусом. Хотя кто сказал, что я перестал быть трусом? Я лишь трус, который не любит проигрывать. Все до конца. Я, как обычно, шел со школы домой, уже растаял весь снег и стало солнце. С легкой улыбкой, радуясь скромно окончанию учебного года, я шел через самый отбитый двор. Но почему-то это самый короткий путь к моему дому, пронеслось в моей голове. Уже на входе в другой двор я увидел, как девочке, которая была моя ровесница, пристал какой-то бытовый отряд. «Сама справится, не маленькая», — подумал я. Стоял их там человек 10, не считай. Все были ниже меня, но намного крепче. Я хотел уже идти дальше, как парень, стоявший около нее, нанес удар в стену около ее головы. Не знаю почему, мои ноги двигались сами. Я с разбега еле-еле остановился около того парня, кто нанес удар по стене, и резким ударом ногой в через отправил его на землю. Я не удержал равновесие и упал на спину. Пока друзья того парня просто хлопали глазами, я отскочил и нанес удар следующему. Только уже не с ноги, а с кулака прямо в челюсти. Я успел нанести еще один удар в лицо еще одному быдлу, перед тем, как мне прилетело с ноги живот. С такой силой, что меня стошнило. После того, как меня вырвало до конца, я закричал. «Беги, блядь!» Она начала убегать. Один из быдлов хотел рвануться за ней, но я схватил его за руку. Вот как сказать греха у него. Вот сюда. Мне бы поспать, ведь я еще жив. Жив? Да тебе бы одного удара хватило, чтобы ты был неподвижен. И всех живых. Я ухмыльнул. Явно их разозлило. Они начали бить меня с все топы. Это пронеслось мне тогда в голове. Глаза все темнее и темнее.
Не знаю, чем это. Отвалить от него! Удары прекратились. Слышишь много голосов и ударов. Я открыл глаза и был удивлен. Моих спасителей били. Они выступились за меня, даже зная, что я слабее. Зачем? Один из было поднял большой камень над одним из моих парней. Слабый. Почему я такой слабый? Почему, блядь, я такой слабый? И слетел, покатившись на стену. Я стиснул зубы и закрыл глаза. Я даже пошевелиться не могу. Слабак! Слабак! Ёбаный слабак! У меня начала скапливаться злоба. Злоба, какой я никогда не чувствовал. Я еле-еле поднялся. Быдло уже хотел ударить камню прямо парня, но... Сдохни ты, ублюдок! Он обернулся на меня. Я быстрым движением удара ногой по его рукам, тем самым выбил камень. Я снова начал падать. Нет, нет. Я представил, что со мной... Я представил, что со мной и моими спасителями делают. Я сейчас не свалю одного этого подонка. Второй ногой я ударил ему по голове, тем самым свалив его на землю. Я очень сильно ударился спиной, когда упал. Ай! Ты в порядке? Спаситель! Я удивился. Это вы и мой спаситель. Ты спас мою сестру. Как мы могли не помочь тебе? Он улыбнулся. Как тебя зовут? Артём, а тебя? Александр. Познакомимся. Согласен. Ну как по мне, нам пора. Артём кивнул. Мы встали, неожиданно подошел какой-то бугай, рос со шкафа, и поднял одного из парней. Отпусти, Дэна! Артём закурил. Нашел время. В моей голове появился, я смеялся, как ебану и обнутый. Даже, блядь, сумасшедший так не смеялся. Ты посмотри на меня, а я уже посмотрю на Артёма. Дай сигаретку. Держи. Артём дал мне сигаретку и прикурил ее. И погнали. Что ты собрался делать? Просто тянем время. Я сделал тягу и кое-как сдержался, чтобы не начать кашлять. До этого я никогда не курил. Эй, здоровяк! Чё? Я делал долгие тяги. Да ничего, просто ты трогаешь моих друзей. Если ты сейчас его не отпустишь вниз, мне придется уничтожить тебя. Чё, с какого я такой храбрый? Пошел дождь. Я тебе сейчас базарник сломаю. Стоять! Меня не застал этот щенок. Нужно протянуть еще немного времени. Придумал. Чертов дождь оставляет везде ебаные лужи. Ты ругаешь дождь? Неожиданно Артём начал подпевать. Лужи на асфальте. И сделал тягу. Ты стоишь и ждешь. Ее в мокром платье. Друг твой не пришел. Друг твой самый лучший. Я сделал тягу. Сейчас. Я бросил в сторону бугая. Он опустил Дениса на землю и захотел нанести мне удар. Я резко затормозил. Он промазал. Меткий бросок горячий остаток сигарет ему в лицо. Удар с кулака в челюсть. От тренированного кулака он был отключился, но от моего он лишь упал. Так как никто из моих спасителей не был без сознания, об этом стоя в шоке, я крикнул. «Бежим!» Компания 6 человек бросилась бежать в одну сторону. Оторвавшись от погони, мы начали отдыхать. После мы все познакомились. Компания спасителей Артём, Денис, Его, Рома, Макси. После мы все начали хорошо дружить. А больше всего с Денисом и Артёмом. Вот нам всем уже 25 лет. Я женат на Юле, Егор на Насте, Артём на Лизе, Денис на Даше, Саша на Вике, Рома на Нике, Максим на Лене. Да мне просто убило. Саша на Вике, Рома на Нике. Так и кончается эта история о парнишке, который стал сильнее ради людей, окружающих его. Парнишке, который произошел самого себя ради любимых. Конец. Счастливый конец. Ну так сказать, постанет лица автора. Наконец-то я дописал. Буду придумать идеи к новой книге. Кинул взгляд на свой зеркальный шкаф, который отражал всю мою комнату. В зеркале моего отражения была ухмылка и красные глаза. Темные, что ты здесь забыл? Ты кое-что забыл. Что же это? Рассказать, что будет дальше? Да кому это нужно? Ты наверняка догадаешься, что ОГГ и есть грех. И после смерти сменит его. Ты не прав. Темный посмотрел на меня, приподняв бы. После того, как ГГ умрет бы своей смерти, его откинуло бы к началу. Не для начала, так сказать. Ты наверняка интересно, что же было в Футе после твоей второй смерти? Вот это цель из прошлой главы. Главный герой Александра убил всех злодеев. Банально. Я писал книгу не для того, чтобы там было много классных драк и так далее. Я писал, чтобы показать то, что даже ничтожный слабак может измениться. Странно ты все-таки. Ты тоже странный. Ведь ты это я. Я хмынулся. Ну да. Вот и все, дорогой мой читатель. Оставляй комментарии в стиме. Люблю, целую, пока. И вот опять он не дал сказать мне ни слова. Эй, ты, Вить,
больше не увидимся, верно? Я надеюсь, что тебе понравилась эта история, написанная куриной лапкой. Чё там совсем хуё? Саша хмыльнулся. Я ж тебе, блядь, сказал не называть меня Сашей. Саша. Пидорас. Иди сюда. Автор убегает от Александра, а я пришел дописать эту историю. Надеюсь, что тебе понравилась данная история, ведь мой друг Ау, автор, сильно старался, когда писал её. Александр и автор очень сильно любят вас. Послушался Ор. А, это Александр с автором дерутся. Ладно, пойду их разнимать. Удачи. Папа, привет, я кодер. Что-то много, что-то конец какой-то странный. Мои глаза открылись. Нихуя я триплу словью. Короче говоря, всем тем, кто прочел мою книгу, полностью спасибо. Ждите новых работ. Ему надо было так писать еще, блин. У него идея, конечно, была хорошая, но, блин, он мог придумать все намного длиннее с каждой развертыванием. Принес его от детства, блин, с 7 класса. И до конца будто писал, что происходило в том, что происходило там, что там. Вот как бы ихняя свадьба, все такое, рождение, потом смена и все такое. Ладно, блин. Да. Неожиданно. Ну как-то мне стало интересно просто в моменте. Ну а так, как банальная книга. Небольшая, коротенькая. 30, сказать. Ладно. На этом мы, правильно, короче, прощаемся. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк и не забывайте подписаться на ссылочку, которую я скину, и передавать от меня привет. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.